Чтобы поддержать создание новых познавательных материалов на канале, воспользуйтесь реквизитами, размещенными в описании под видео. Помогите распространению этих материалов лайками, комментариями, репостами и подпиской на канал. Большое спасибо и приятного просмотра! Всем привет! Продолжаем рассмотрение образцов революционных стихов. Прежде чем приступить, хочу принести извинения товарищам из марксистского кружка, которые хотели, чтобы я так и зачитал стихи за период с 908 по 911 годы. Я еще раз перечитал все стихи в этом сборнике за указанный период. И точно так же, как в первый раз, я не счел возможным или необходимым озвучить их в рамках этого цикла. Будем считать это вкусовщиной. Все, кто хочет ознакомиться со стихами из этого сборника, могут сделать это, перейти по ссылке, размещенной в описании к каждому ролику в данном цикле. Итак, приступаем. 1914-1917. Начнем со стихотворения, которое меня потрясло, пожалуй, больше всех остальных, которые я прочитал в этом сборнике. Поморский. Почта. Комитет, что был схвачен нежданно, в подземелье у тайных станков, пятый день заседал под охраной, ненавистной охраной врагов. В общей камере, в душном остроге, заслонив бледной лампочки свет, не остыв от недавней тревоги, под замком заседал комитет. Несравненные жизни мгновения, ощущение бури и свет. Вы не знаете смерти и тления, превращаясь в сверкание побед. Часовые брицают оружием, скуден узких оконцев просвет. Пусть надежды исхлестаны стужей, пусть в острог брошен весь комитет. Продолжаем в тюрьме заседание. Что страшится? Нас царь сторожит. Над свинцовой Невой в ожидании Петербург за стеною лежит. В искрах бури рождается пламя, ветры шелк его огненный вьют. Революции гневное знамя в час борьбы миллионы несут. Только как же тайком из-за строга комитетский приказ передать? 6 ворот преградили дорогу, 100 замков, 100 тюремных солдат. Взгляд бросают они словно волки, только знай, озирайся, гляди. Председатель приказ свой на шелке мне напишет и скажет: пройди. Завернет он его в гуттаперчу, чтоб при случае он не промок. Будь ко всем в этот час недоверчив, почту к месту доставишь ты в срок. Молвит он, расцелует по-братски, по-отечески руку пожмет. Я войду осторожно, с опаской, под угрюмые арки ворот. Страж по телу старательно шарит, точно душу он хочет сыскать, оскорбительным взглядом ударить и свободную волю сковать. Я волнуюсь, все стачки сорвутся, если вдруг провалюсь на пути. Должен я, как солдат революции, умереть, а приказ донести. Шарят наглые руки. Удача! Отвернулся солдат. У ворот гуттаперчу с приказом я прячу от врага ненавистного в рот. Мне не страшен насильник в мундире. Он не в силах меня победить. Мне примером геройства в Сибири будет пламенный Сталин служить. Зал свиданий. Как скорбная вьюга стонет горестно пришлый народ. Жду и я. Боевая подруга за приказом сегодня придет. Я как клятву в ночи повторяю. Необычное имя Марго. Кто она и откуда, не знаю. Мне и знать не дано ничего. Дверь раскрылась, и сердце забилось. Что трепещешь, мятежная ты? Предо мною грузинка явилась, и в руке из батума цветы. Тихо шепчет пароль незнакомка. Отзыв я повторяю. Пора. Брат, она произносит негромко. Отвечаю всем сердцем. Сестра. В рот кладу гуттаперчу, целую. Оторваться от губ я могуль? Все преграды записка минует, попадая с плаком в редикюль. Почта сделана. Вечер погас. Пусть угрюмы тюремные своды. Поднимать для восстания заводы отправляется тайный приказ. Просто фантастическая поэма. Снова чеканная, безупречно отточенная форма. Каждое слово, каждая буква, каждая запятая на своем месте. Все точно, подробно, конкретно. Содержание насыщено и конкретно до предела. Все понятно. Что, где, когда, как, почему. Закономерно вопросов о чем не возникает. Все строго по завету Ильича. Искусство должно быть понятно массам и любимо ими. Оно должно объединять чувства, мысль и волю этих масс, поднимать их. Оно должно пробуждать в них художников и развивать их. Ну и традиционно главная – идея. Классовая борьба во всей красе, во всей полноте, подробности и конкретике. Дальше. Садовьев. 14-й год. Опять разгром и поражение. Насилие, враг мой вековой, свирепствует со стервенением и гонит братьев на убой. Опять нахлынула волною тупая пошлость торгашей. И пьяно пляшет предо мною война в кровавом кураже. Опять охранники бандиты. Не жить нельзя и жить нельзя. И вдовьи слезы по убитым, и в тюрьмы брошены друзья. Опять бесправие и расправа закрыли проблеск впереди. И угнетатель и орава кричит: с дороги уходи. Опять предатели шипения и ложь продажная газет. Но мнель, позорное смирение, о никогда, о нет, о нет. По форме все хорошо, просто хорошо, без изысков, без восторга. По содержанию – выразительный художественный образ, с массой красивых художественных обобщений. Содержание не слишком насыщенное и не слишком конкретное. Смысл понятен – обобщенное, условное бытоописание определенного исторического периода. Идея тоже присутствует,
хотя и ей закономерно не хватает конкретики. Настроение мажорным не назвать, но, безусловно, настрой боевой. Январские огни. Тянулись дни за днями, гнались за днями дни. Но твой завет как знамя, я в памяти хранил. Ты часто мне являлась, во сне и наяву, и в сердце боль вонзалась, как трубы в синеву. Рабам хвалиться нечем, но тут никто не трус. Пора расправить плечи и сбросить рабство груз. И вот обиды древней, расплавлена руда. И вот рабочим гневом грохочут города. Плечо к плечу заводы выравнивают шаг. Рабочего народа дорога хороша. Но тут лакеи вражьи предательской игрой на развороте каждом размалывают строй. В ладу с попом Гапоном к царю всея Руси вели людей поклонно о милости просить. Доверие детской пробы и молодость моя перед царевой злобой у зимнего стоят. Вокруг дворца орудия, казаки и стрелки. Перед моею грудью щетинятся штыки. Зачем и с кем расправа? Никак не мог понять. С герба орел двухглавый косился на меня. И царского решения раздался приговор. Пороть без сожаления, расстреливать в упор. И грянул залп за залпом. О, царская любовь! Штыки, нагайки, сабли, смятение, стоны, кровь. Убийца царь не видел, как у живых в сердцах в него и в Бога выбил всю веру град свинца. Проклятия, вдовьи слезы, облавы, плач детей, допросы и угрозы, и пытки палачей. Сибирь, застенки, голод, предсмертной хваткой сжал. Гранитный гордый город, израненный стонал. Вскричала гневом Пресни мятежная Москва. Кронштадт, как буревестник, скрылил ее слова. Одесса, Киев, Тула, Свияборг и Урал вздымают с буйным гулом завалом грозный вал. Погромщик царь и Витте, и подголосков лесть. О, рвите, 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 обмана манифест. Как в дни средневековья носили злых кошмар, земля дышала кровью, клубился красный пар. Но знаю, нашим детям решающие дни победный путь осветят январские огни. Вот это гораздо и сильнее, и веселее. Форма прямо звенит от совершенства. Содержание насыщенное, полное, подробное, четкое. Названы даже конкретные места, время и имена. Смысл, о чем, о ком, понятно. 9 января и его последствия. Идея выражена не вполне, очень обобщенно. Конкретного указания, что делать, нет. В основном воспоминания и надежды. Нашим детям в решающие дни победный путь осветят январские огни. Прогрессивность бесспорна, насчет революционности ничего утверждать не буду. Белозеров, в мастерской. Звенят приборы на катке, подрезка чуткий стук. Не дрогнет в жилистой руке распаренный утюг. Стучи, машина, веселей, шипите утюги. Мы знаем точно всех друзей и знаем, кто враги. В душе мы тайну бережем, глубоко затая. Придет пора, за рубежом откликнутся друзья. В единой цепи трудовой мы общее звено. И в час развязки роковой мы будем заодно. Не вечно будет жизнь тюрьма, свобода впереди. И песня просится сама из молодой груди. По форме все очень складно, изящно, ловко. Содержание конкретикой не отличается. В основном обобщенные художественные образы. О чем? О рабочих, мечтающих о свободе. На идею только намек. На мой взгляд, самая сильная сторона этого произведения – форма. Следующее. Наборщику. Товарищ наборщик, злодейка судьба нас в темный подвал заточила. Но общее дело, святая борьба, духовно нас близко сроднила. Рабочий наборщик, писатель-поэт, единого дети зачатия. В едином пути одинаков и след, на жизнь неразлучные братья. В подвале, где гарь и свинцовая пыль, мы труд благородный восславим. Из крови и мозга, и сказку и быль, потомству мы книгой оставим. Здесь душу и сердце свое отдадим, для блага родного народа. И вольное слово ему создадим, прекрасное слово «свобода». Она и крылатая мысль не умрут, горят они в сумраке ночи. Да здравствует вольное слово и труд, и дружба поэта с рабочим. По форме все хорошо, складно, четко. Содержание не слишком насыщенное и конкретное. Смысл? Да здравствует дружба поэта с рабочим. На идею только намек. Тоже. Прочитал сейчас и не знаю, зачем я его выделил. Логинов. Поэту-мещанину. Не тот поэт, кто гладко пишет и рифмы звонкие плетет, а тот, чей стих борьбою дышит и к новым формам мир зовет. Лишь тот поэт и бард вселенной, кто, позабыв давно Парнас, движению жизни современной слагает гимны каждый час. Но тыль достоин называться поэтом, бардом и певцом, когда удел твой преклоняться перед заезженным словцом. На мой взгляд, бесспорно не только прогрессивность, но и злободневность. По форме, содержанию и смыслу все достаточно гармонично. Форма небольшая, содержание соответствующее, обобщенные, но понятные прозрачные художественные образы. Смысл – поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан. Идея? Идеи, пожалуй, что нет. На этом стихи, выделенные мной в этом разделе, закончились. Остался еще один раздел, последний, 17-й год.